Добрый день 9 июля. Замечательная погода, солнечно, плюс 22. Взяли билетик и идем гулять в Нижний сад Петербурга. Впереди памятная скамеечка великой княжны Александры Николаевны, ее памяти. О, какая красивая была. Выходим к Львиному каскаду. Античные колонны, львы. Низко. И фонтан. Чудесный запах от воды. Люди фотографируются. Народу много. За билетик у меня минус 20 стоят. Красивые на небе облака. До дождей, гроз и ураганов не обещают. Я не знаю, что это.
Вот как красиво. Господи, где там есть? И низко. За фонтанами. Хулиганят. Обойду толкучий из газончика. Экскурсионные электрокары. Дворец Эрмитаж. Мы к нему выйдем. А сейчас пойдем по Марлинской аллее. Марли и Золотой горе. Много народу сегодня гуляет. Чудесный аромат от лип. И воздух свежий чувствуется, наверное, залива, морской бриз. Погодные качели у нас были. Жара за 30, ураганы, грозы, проливные дожди, кое-где потопы местами. А сегодня хорошо. Не холодно, не жарко. Самая хорошая погодка для пеших прогулочек. Выходим к Марлинскому пруду и дворцу Марли. В пруду плавают рыбы, караси, карпы. Мы когда к дворцу подойдем, поснимаем рыб. Марли. Какие домики были в 18 веке. Марлинский вал. Плавают уточки. Как же без уточек в Петергофе? Идем к Золотой горе. Вот какой мощный фонтан. Thank you.
какая свежесть от него идет. И аромат озерной воды. Приходится немножко лавировать, фотографируясь людьми. Выглянуло из-за набежавшей тучки солнышко и осветило золотую гору. Вот какая золотая гора, по которой олимпийские боги спускаются к людям. Красота. Наверху Нептун с трезубцем обозревает открывающийся с горы морской вид. Еще мощный фонтан. Иллюзия мощной струи создается кольцевидными форсунками, которые выковывал сам Петр I. Красиво. Снимем-ка медленно.
хорошо. Люди видели, что я снимал, и проходили, наклоняясь под камерой. А я улыбался, кивал и благодарил. Марли. Пойдем к Марли, посмотрим на плавающих в пруду рыб. Мы, правда, были очень... Если, конечно, она... не цветет. И рыбам-то цветение по барабану, наоборот, хорошо. Витаминки плавают. А нам их, может быть, не так хорошо видно будет. Ну, посмотрим сейчас. Дум-да-дум, я бы знала, что здесь. Марли. О, какие большие рыбы. Плавают. Сейчас мы к ним нырнем. Вот как много рыб. Давай, давай, пускай не будет. Там воду. А этой селфи у вас нету, палки? Могу дать на время. Да нет. Ну чего ты высунулся? Ты снимать будешь, опусти воду и держи. Они сейчас круче твои приплывут. И чайки с бакланами, и уточка, и много, много рыб. Держи, куда пойдем? Здорово.
все оттуда. Вот так на войне и подняться. Оля, иди посмотри, где рыба. Вот пловец в окружении прудов. А проход по мостикам почему-то закрыт. Саш. И здесь рыба плавает. Хорошо. Обошли. Ну, как красиво отражается марли в воде. Они вырубили более 10 тысяч деревьев. Красиво. Можно и сфотографировать. Афина. Идем к морскому берегу. Потом выйдем с Бахуса. Я вижу, что там цветет много роз. Канал, вдоль которого весной цвели крокусы. И открывается морской вид. Свежий с моря бриз.
Здорово. Лахтинский небоскреб, морской фасад Петербурга, морская гавань Петергофа. Марлинский. Вау. Проехали работники парка. Да ладно, то, что делать. Он переливается на солнышке. Купол морского собора Кронштадта. Вон там вообще пляж, ты видела? А? Вон там пляж вдалеке. Прям кусочек видно. Людей там видно. Розы. И девушки, фотографирующиеся у роз. Какие красивые. И розы красивые, и девушки. Всякие разноцветные розы. И памятник Петру Великому с младенцем Людовиком. В честь пребывания Петра в Париже.
Марлинский вал. И подвалом фруктовый сад, который вал защищает от холодных ветров Балтики. Красиво посажены туи. Яблочек в этом году много. Поднимемся наверх, на обзорную площадочку Марлинского вала. Такая красивая мраморная лесенка ведет. Люди прогуливаются по валу. Фотографируются. Ой, так сзади идут. Разгоняем. Какой здесь открывается морской простор. Вот как хорошо. Кронштадт как на ладони. Никогда не решается.
Ну, пока не буду объектив менять. Сменим его у Монплезира. Золотая гора. Ну, Польшу отдали обратно. Тучки набежали. Красивые облака. Что устроил? Ладно, это никому дал. А я и не наелся. Хорошо. Мама, мы его берем. Во-первых, это правильно. Вот так сегодня. Морской берег. Русалочки на камнях. Не сиди. Давай. Мы тебя тоже. Выходим к дворцу Эрмитаж. Много людей сегодня гуляет. Ров вокруг дворца. Лесенка для утят. Утятки, ребятки, дремлют на воде. А у тебя?
На самом деле телефон. Да. Тучками небо обложило, а в прогнозе этого не было. Ну, погода в последние дни так меняется. Липовые аллеи Нижнего сада. Идем к фонтану Ева. Фонтан Ева. Небо и тучки накрапывают капельки, и фонтанка приятнее. Сейчас поставлю на замедленную съемочку. Красивая Ева и девочка красивая фотографируется у нее. Выглянуло солнышко и чуть-чуть моросит дождичек. Чуть-чуть. Приятный такой. А мы по Марлинской аллее идем от Евы
пока дам. Вот как на мосту много людей. Все фотографируются. У канала с видом на большой дворец. О, какой открывается вид. Одна из любимых локаций для фотографирования и селфи. К большому каскаду мы еще выйдем. А сейчас идем к Адаму. Адам. Адам и Ева. Райский сад. Парадис. Тоже как левитный из его круг катился, преломляется, выглянувшая из-за тучек солнышко. Идем к Монплезиру. Подожди, пап, пожалуйста. Нам откроем вот это вот. Вот мы и на набережной Монплезира. Морской бриз. Да вот так, Серега. И скажи своим знакомым, что вот плещутся волны на камушке. Вот
Видно было вот это. Старые липы. Нептун. Смотрит на морской простор поверх окруживших его людей. Поэтому Петр дает некоторые послабления. Много людей, много экскурсий. Можно сменить объектив. Вот. Подплывают метеоры в пристани. Отплывает катамаран. Морская пристань, за ней Кронштадт с морским собором, Петербург, виден купол Исаакия. Лахтинский небоскреб. И флаги императорский, советский и российский. Это метеоры, кто спрашивал, да, это метеоры, это причалы. Вот там тяжелое здание стоит, за ним, вот это сразу упадало, расположено несколько касс. Перевозчики разные, как бы их было трое, разница может отличаться рублей 100, если бы нет, вон уточка краснокнижная нырнула.
Я с вами прощаюсь сегодня. Завтра всех хороших прогулок приедет прекрасная наша Галилея. А послезавтра у нас опять будет два пригорода. Мы сами поехали в Луну, город Пушкин и город Павлов. Туда! С одной стороны говорит, с другой... Спасибо. Отдыхайте. Вернули объектив. Надеюсь, пока зумчик ставил матрицы, никакая пылинка не прилипла. Как красиво. А воздух. Кирпичики петровские. Как-то неправильно показывают. Пойдем? Пойдем. Вот. Солнечные часы показывают 2 часа дня. Люди удивляются, почему время на них отличается от того, что их часы показывают. Потому что солнечные часы показывают реальное астрономическое время, которое было в России до 1917 года. Фонтан Нов. С той стороны зайти, наверное, будет видно радуга. Можно поставить на замедленную съемочку.
красиво. Белочка. И девочка. Вот. Солнышко. Поворачивается под напором воды. Как здорово. Это вот 6 секунд, еще воздействие воды на колесо. А на вершине у нас три параллельные пушки, там связаны с пробочкой. Петр. И фонтан, китайский зонтик или грибок. Вот как нам здесь пройти-то? Как нам здесь пройти-то? Вот грибок. На фотике память кончилась на карте. Что-то быстренько сегодня забилась карта. Переключился на телефон. Ну что, заскочим. Нет, телефон мочить не буду. Раз, два, три, погнали. И здесь радуга. Солнышко поворачивает. И радуга получается. Телефончик тоже снимает в 4К. О, девушки. Лебеди. Вон лебедь в уголочке.
фонтан, пирамида. Вот как хорошо. Замечательно. И еще белочка. И еще белочка. Птичка, птичка. Что это за птичка? Утята, милые. А ребята. Суточка, мамаша. Римские фонтаны. Какой чудесный запах воды от них идет. Шахматная гора. Народу много сегодня в парке. Экскурсионный паровозик в Александрию. Шахматная гора. Для драконий. Каскад.
Вот как хорошо. Паровозик звенит, зовет на прогулку. Замечательно. Розы. Красивые. Оранжерея. Фонтан. Тритон. Как чудесно пахнет розами. Вот как хорошо. Чудесно. Вот какие цветнички у оранжереи. Выходим к большому каскаду.
большой город скажу, в два раза больше, чем померанцевые деревья, цветники, Даная. Фонтаны, чаша и большой дворец. С большим каскадом. Большой дворец. Красиво облака над дворцом зависли. Почему у меня память на фотике быстро закончилась? Может быть, я предыдущую съемку не удалил? Или снимал много сегодня? Ну, мало сегодня грех снимать. Вероникинская колоннада. Львята греются на солнышке. Колонны из рускеальского мрамора. О, как хорошо. Народу много. Ну, это хорошо. И люди любуются красотами и дворцам, паркам доходик. Вот как хорошо. То ли на фонтаны смотреть, то ли на девушек красивых. Знаешь,
那我摸小的。Кстати, цирчик. Ты устроился, Дионисо. Виноградик. Грызет. Глаза надену. Вот как хорошо. Не подойти, все фотографируют. Мешать не хочется. Вот как хорошо. Подписываемся, ставим пальчик вверх для улучшения статистики. Рад комментариям, с удовольствием отвечаю на вопросы. И пока, пока, до новых встреч, друзья!